Вакцинация в Луганской Народной Республике набирает обороты. Тысячи граждан воспользовались возможностью привиться. Многие из них уже сделали 2 прививки. А медики на опыте могут судить о высокой эффективности «Спутника Ви». Продолжит Антон Бузун. Вакцинация российским препаратом «Спутник Ви» набирает обороты во всех регионах. Например, в Свердловске уже завершается первый этап вакцинации. И за это время врачи успели сделать около 1000 прививок. У врачей уже, что называется, рука набита. За 21 день активной вакцинации опыта уже достаточно. Это у вас первая прививка или вы раньше? Это первая. Активной вакцинации помогает и просветительская работа врачей. Наши жители массово приходят сделать прививку, без малейших сомнений. Ну, не хочу заболеть и никого заразить. Потому что все делают, надо делать. Хочется принять вакцину, чтобы быть здоровым. Никаких побочных эффектов или аллергических реакций у привившихся не было. Вакцинация проходит довольно успешно. Люди идут с удовольствием. В первую очередь мы начали иммунизацию декретированной группы, то есть людей, которые сталкиваются непосредственно с данной инфекцией. Это прежде всего медработники, работники образования. Борьба с пандемией продолжается уже год. Наши медики в это тяжелое время накопили уникальный опыт. Врач Свердловской больницы Виктория Воевода не понаслышке знает, что такое COVID-19. Перенесла его в самый тяжелый момент пандемии, в мае 2020-го. Поэтому, как никто другой, знает, как помочь пациенту. Ведь консультации давала своим коллегам прямо во время болезни. Дома задерживаться я не стала, так как нужно было переключить и внимание, и помогать коллегам в борьбе с этой инфекцией. Больных поступало очень много. Именно поэтому сейчас у врачей не вызывает сложности помочь заразившимся коронавирусом. И слова благодарности от пациентов можно услышать все чаще, ведь они все быстрее идут на поправку, благодаря высококачественной работе наших медиков. Чувствую в данный момент нормально, то, что благодаря медикам был разработан, Врачи уже с уверенностью делают выводы об эффективности «Спутника Ви». Практика показала, по принципу, которой сделана эта вакцина, что клеточный иммунитет сохраняется в течение 2 лет. Поэтому всем жителям республики я советую прививаться. Вакцинация поможет выработать коллективный иммунитет и вернуться к привычной жизни. Антон Бузун, Владислав Полянский, «Вести», Луганск, 24.